Добрый вечер. Кто у нас тут больной? Ой, доктор, вот Каркуша сегодня у нас нездорова. Ничего не хочет ни гулять, ни играть, ни даже есть. А ну-ка повернитесь ко мне, больная. Дайте мне ваш лоб. Температура нормальная. Покажите горло. Скажите «кар». И горло в порядке. А скажите, больная, вы сегодня куда-нибудь ходили? Да, да, я ходила в магазин. Ой, там было столько интересного, там было столько игрушек. И там была одна удивительная кукла, но мне ее не купили. Кажется, мне становится понятен диагноз. После магазина вам стало грустно. Да. И все время хочется плакать. Да. Все ясно? Что ясно, доктор? У Каркуши острый магазинный нукупит. Нукупит? Что это за болезнь такая? Никогда не слышал. Сейчас это очень распространенное заболевание, особенно у детей. Просто эпидемия какая-то. Обычно им заболевают как раз после посещения магазинов. Правда? Да. Поэтому вирус и получил такое название. Магазинный нукупит. Как только дети начинают плакать и кричать «нукупи», это и есть первый симптом нукупита. Это значит, что вирус уже попал в организм. Скажите, а нукупит, это опасно? Если с ним не бороться, то да. Можно очень быстро превратиться в Плаксу-Ваксу, Царевну Несмеяну, Рёву-Корову и остаться такой навсегда. Да? А что же делать? Во-первых, никаких магазинов до полного выздоровления. Во-вторых, ежедневные подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. В-третьих, правильное питание, здоровый сон, а перед сном веселый мультфильм.